огромное. Vielen Dank. Всем поздравляю вас с праздником, с 22-летием. Ich gratuliere euch zum 22-Jährigen. Ein großer Gruß aus Barcelona. Pastor, огромное спасибо, что пригласили. Pastor, vielen Dank für die Einladung. Генри, Елена, спасибо огромное. Vielen Dank. У меня это первая поездка вообще в Европе, и я не волнуюсь так сильно. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist meine erste Reise durch in Europa. Но спасибо вам большое за приглашение. Vielen Dank euch für die Einladung. Я знаю, что вы долгое время слушали пастора о том, что нужно о том, что внутри нас есть Царство Божие, правда? Ich weiß, dass ihr schon lange Zeit vom Pastor über das Reich in euch gehört habt. За это время вы уже осознали о том, что оно в вас. Und ich denke, ihr habt verstanden, dass es in euch ist. Я сейчас попробую так, как пастор проповедует. Осознали. Ich probiere es wie der Pastor. Ihr habt es verstanden. Извините, я не смогу петь, как он. Entschuldigt, ich kann das nicht so singen wie er. Но если вы осознали, aber wenn ihr das verstanden habt, то я сегодня помогу вам проявлять. Ich werde euch helfen, das zu zeigen. Когда мы говорим о том, что внутри нас есть Царство Божие, wenn wir über das Reich in uns sprechen, знаете, я думаю так, что чем отличаются вообще христиане от всего мира, от людей этого мира? Denke ich mir, wo unterscheiden sich die Christen von der Welt? Или полицейские, они носят форму. Солдаты носят форму. Beispielsweise Soldaten, Polizisten tragen eine Uniform. Врачи носят халаты. Die Ärzte tragen einen Kittel. Что же отличает нас? Was unterscheidet uns? У нас есть одно качество. Wir haben eine Eigenschaft. Очень хорошая. Eine gute Eigenschaft. Это смирение. Das ist Demut. Смирение нас отличает. Это как спецовка для христианина. Das ist wie so eine Spezialität eines Christen. Я постараюсь очень быстро рассказать об этом. Я знаю, что у вас здесь что-то находится, и если я вдруг буду долго проповедовать, пастор нажмет кнопку у меня туда. Also wenn ich zu lange heute brauche, ich weiß, dass da unten was ist. Немножко об этом. Wenn ich dann auf einmal untertauche. Поэтому, как в басне Крылова, помните? Сидит ворона с сыром в зубах, в клюве. Es пробегает мимо лисица, дубинкой по голове стукнула, сыр упал, она взяла его, и ворона проснулась и говорит: ничего себе, басню сократили. Так что я сегодня сокращу, но все равно басня получится. Es gibt eine kleine Geschichte im Russischen, давайте ich werde помолимся, sie erzählen, чтобы Бог aber, говорил нам. Ich möchte dafür beten, dass Господь, der Herr мы просим zu uns Тебя, spricht. Говори в нашей жизни. Herr, wir bitten dafür, dass du in unser Leben sprichst. Мы молимся о Твоем Слове, мы молимся, чтобы мы менялись сегодня, чтобы никто wir из нас beten für Veränderung, für dein Wort. Не остался таким же точно. Dafür, dass wir nicht mehr so bleiben wie vorher. Чтобы мы ушли отсюда измененными. Dass wir verändert hier rausgehen. Чтобы это день рождения церкви. Und dass dieser Geburtstag der Gemeinde. Мы отметили, как Ты этого хочешь. Wir so feiern, wie Du es möchtest. Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Аминь. Amen. Рут, я извиняюсь, что иногда забегаю. Когда мы начали церковь во Владикавказе, als wir im Kaukasus die Gemeinde starteten, мы тоже начали сразу реп-центр через какое-то время. Starteten wir kurz danach mit einem Reha-Zentrum. И вот один случай расскажу вам. Я прихожу к одному из пасторов. Und so kam ich zu einem der Pastoren. И он мне рассказывает о своей беде. Und er erzählt mir von seiner Not. Беда. Er hat eine Not. Я завел морскую свинку для ребенка. Und ich hatte ein Meerschweinchen angeschafft fürs и Kind. Говорит, уже зима скоро. Und sagt, bald kommt der Winter. Она так воняет. Und sie stinkt. А он es говорит, выкинуть жалко, деньги заплачены. Ich will es ja nicht einfach freilassen, es ist mir zu schade. Но это остины так размышляют. Выкинуть жалко. Что-то делать с ней надо. Я говорю, давай я тебя спасу от нее. Und ich sagte, komm, ich helfe dir. Nimm's mit ins Reha-Zentrum. Я ее отнес ребятам в реп-центр. Und ich brachte es zu den Все Jungs. Все какое-то у них там, ну, веселье хоть от этой морской свинки. Haben sie wenigstens ein bisschen Freude an diesem Meerschweinchen. А вы знаете, что в реп-центре там во всем порядок. Wisst ihr, im Reha-Zentrum hat alles seine Ordnung. Ей дали имя. Man gab ihr почему-то ein назвали Namen. Моисей. Es wurde Mose genannt. Ей дали наставника. Es gab jemand, einen Besitzer. И вот этот наставник, он должен был утром, она в такой клетке из попугая. Und dieses Meerschweinchen war in so einem Papageienkäfig und dieser Besitzer утром ее выносить на улицу, musste dieses Meerschweinchen morgens hinaustragen, кормить, а вечером заносить ее опять в дом. Und abends wieder ins Haus bringen. Так вот, один день он забыл ее занести. Und eines Tages hat es vergessen, wieder ins Haus zu bringen. И в этот день сильный дождь пошел. Это горы, сильный дождь. Und es sind Berge, da kam so ein starker Regen.
И Моисея начало затапливать, знаете, такое корыто, и его топить начало. Und Mose fing an unterzugehen. Моисей встал на задние лапки. Er stellte sich auf die Hinterpfoten. И начал свистеть, но он не может сказать, он начал свистеть, звать. Er fing an zu pfeifen, zu rufen. Свистит и свистит. Er pfeift und pfeift. А наставник не слышит. Und der Verantwortliche hört's nicht. Полночи прошло. Die halbe Nacht verging. Этот наставник понял, что он что-то не то сделал, und der Verantwortliche hat es geschnallt, hat es reingebracht. Занес, но не увидел, что в этом корыце вода, не вылил ее. Hat aber nicht gesehen, dass in diesem Behälter unten Wasser steht. Моисей еще полночи простоял и просвистел. Und so stand Mose noch die halbe Nacht im Wasser und pfiff vor sich hin. После этого, danach, за два часа, zwei Stunden, как должен пойти дождь, bevor der Regen starten Моисей wollte, вставал на задние лапки, stand er auf die Hinterpfoten auf und pfiff. И все знали, und alle wussten, если Моисей свистит, скоро дождь. Wenn Mose pfeift, kommt bald Regen. Библия говорит, die Bibel sagt, гордость предшествует падению. Stolz bringt zu Fall. Если Моисей свистит, скоро дождь. Wenn Mose pfeift, kommt bald der Regen. Если христианин стал гордым, wenn ein Christ stolz geworden ist, скоро он упадет. Wird er bald fallen. Мы сегодня удивляемся, почему такие служители сильные падают. Wir wundern uns, warum so starke Leiter fallen. Библия говорит, die Bibel sagt, гордость предшествует падению. Stolz bringt zu Fall. Если Моисей свистит, скоро дождь. Wenn Mose pfeift, kommt bald der Regen. Но если человек стал гордый, aber wenn ein Mensch stolz wird, это предшествует падению. Bringt das einen Fall. Все, что Бог делает на земле, alles, was Gott auf der Erde tut, все это основано на послушании. All das beruht auf Gehorsamkeit. Только родились дети, Kinder sind geboren, и Бог сразу же им говорит, und Gott sagt sofort zu ihnen, in Epheser 6:1, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. С самого начала, von Anfang an, Бог говорит детям быть послушными. Sagt Gott den Kindern gehorsam zu sein. Это Божья структура, чтобы человеку стать человеком. Das ist Gottes Struktur, dass ein Mensch Mensch werden kann. Он говорит, что этого требует справедливость. Er sagt, das ist recht. Потом мы читаем, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. И wir написано, lesen, ehre deine Mutter und deinen Vater, что будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Damit du lange Jahre leben wirst. Все знают, что на Кавказе очень много долгожителей. Und viele wissen, dass im Kaukasus, как-то я видел по телевизору, показывали Цалаеву. Ну, показывали мою прапрабабушку какую-то. Es gibt viele Menschen, die lange leben und dort wurden. 137 лет. Und meine Uroma war 137 Jahre. И все удивляются, почему у вас так много долгожителей. Und alle wundern sich, warum leben die Menschen dort so lang. Но Библия говорит, aber die Bibel sagt, что если послушен, wenn du gehorsam bist, Бог даст тебе долгие годы. Wird Gott dir viele Jahre geben. Это не значит, что мы какие-то святые там. Das bedeutet nicht, dass wir da irgendwie heilig sind. Я думаю, что мы, кавказцы, мы больше грешные, чем кто-либо. Ich denke, dass wir mehr Sünder sind als jeder andere. Но этот закон работает. Aber dieses Gesetz funktioniert. Кто-то говорит, у вас горы, у вас воздух чистый, у вас вода чистая. Der eine schiebt es vielleicht auf das saubere Wasser, die Berge, die Luft. Но у некоторых и это не работает. Aber selbst das funktioniert bei manchen. Но этот закон, aber dieses Gesetz, если будешь послушен, wenn du gehorsam sein если wirst, будешь почитать, wenn du ehren это wirst, то, что у нас есть, das ist das, was wir haben. Все основано на почитании, на уважении к старшим. Alles baut auf diesem Respekt den Älteren gegenüber auf. Любой аспект жизни осетин, alles im Leben, он стоит на ахдау или послушании. Es steht auf diesem Gehorsam. И из-за этого, несмотря на то, какие люди, und unabhängig davon, wie die Menschen sind, этот закон работает все равно. Funktioniert dieses Gesetz trotz allem. Написано, будет тебе благо. Und es steht geschrieben, mit dir wird Gutes Бог getan. Дает это долголетие. Gott gibt dieses lange Leben. Знаете, из этого я вижу, und ich sehe daraus, то, что Бог многие вещи поставил в зависимость от земного. Dass Gott viele Dinge abhängig gemacht hat vom Irdischen. Иногда люди так пытаются что-то шустрить, что-то сделать такое, сюлить где-то. Manchmal versuchen die Menschen irgendwie zu tricksen. Но не от сноровки, а от послушания. Aber alles hängt vom Gehorsam ab. Бог дает это. Это такие практические вещи, которые Бог дает. Das sind so praktische Dinge, die der Herr gibt. Некоторые думают, что вот
В земном царстве есть порядок, а в царстве Божьем тут какой-то хаос. Manche denken, dass im irdischen irgendwo Ordnung ist, aber im Reich Gottes ein Chaos. Но когда мы читаем Писание, aber wenn wir die Schrift lesen, мы читаем, что Бог поставил в церкви одних апостолами, lesen wir, dass Gott in der Gemeinde пророками, Apostel, евангелистами, Propheten, учителями, Evangelisten, пасторами, Pastoren gestellt hat. На дело служения. Zum Dienst. И мы видим такой порядок здесь. Und wir sehen hier so eine Ordnung. Пока есть несовершенство на земле, solange Unvollkommenheit auf dieser Erde sein Бог wird, вкладывает свой порядок в церковь, wird Gott seine Ordnung in die Gemeinde legen. И что это за порядок? Was ist das für eine Ordnung? Это всегда так было. Один Бог, один человек, один народ. Es war immer so, ein Gott, ein Mensch, ein Volk. Один Бог, один Моисей и народ Божий. Ein Gott, ein Mose und ein один Volk. Бог, Иисус Навин, народ Божий. Ein Gott, ein Josua, ein Volk. Там не было, что 10 вождей и 3 индейца всего. Da gab's nicht 10 Götter und 3 Indianer. Бог дает этот порядок. Gott gibt diese Ordnung. И мы читаем, написано. Und wir lesen. Бог порази, поражу пастора, рассеются овцы. Wenn der Pastor irrt, dann irren auch seine Schafe. Это на самом деле стратегия сатаны. Und das ist die Strategie des Teufels. Это его план. Das ist sein Plan. Чтобы пастор стал усталым. Dass der Pastor müde wird. Чтобы он не стал действовать в своем помазании. Dass er nicht in seiner Salbung wirken kann. Я как пастор с опытом скажу вам. Und ich ein Pastor mit Erfahrung. 85% того, что делают многие пастора, kann sagen, dass 85% dessen, was Pastoren tun, может делать любой в церкви. Kann eigentlich jeder in der Gemeinde tun. 10%, что делают другие пастора, 10%, was andere Pastoren tun, могут делать лидеры и служители, können Leiter und Diener tun. И последние 5%, которые может сделать только пастор. Und die letzten 5%, die kann nur der Pastor tun. У многих пасторов уже не остается сил это делать. Und viele Pastoren haben diese Kraft dazu nicht mehr. Для этого мы все мы помогаем пастору. Und deswegen helfen wir alle dem Pastor. Мы понимаем этот порядок в церкви, мы понимаем, что он должен делать. Wir verstehen diese Ordnung in der Gemeinde, was er tun muss. И задача пастора состоит из 4 пунктов. Und die Aufgabe eines Pastors besteht aus 4 Punkten. Я это говорю церкви, потому что хорошо, когда церковь знает и понимает это. Ich sage das einer Gemeinde, weil ich es gut finde, wenn die Gemeinde das weiß. И не ожидает чего-то. Und nicht irgendwas erwartet. То, что не должно произойти. Was eigentlich gar nicht потому geschehen что, sollte. Когда не происходит наши ожидания, мы разочаровываемся. Weil wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, sind wir frustriert. Но вот что ожидать. Was können wir erwarten? Первое то, что задача пастора это вести. Erstens, die Aufgabe des Pastors ist zu führen. И пастор знает скорость, с которой вести. Und der Pastor kennt die Geschwindigkeit. Если бы пастор вёл церковь как спецназ. Wenn ein Pastor die Gemeinde führen würde wie ein мы бы никогда не дошли до 22 лет. Dann würden wir keine 22 Jahre erreichen. Niemals. Потому что все бы потерялись где-то. Weil alle irgendwo verloren gehen würden. И он знает, с какой скоростью идти. Er weiß, welche Geschwindigkeit потому что он знает, что есть новорожденные, есть младенцы, er weiß, dass есть es Neugeborene gibt. Jünglinge. Есть всегда спецназ церкви, который рвется всегда вперед. Es gibt immer jemanden, der но он знает эту скорость, которую вести. Aber er kennt die Geschwindigkeit. Zweitens. Собирать людей. Die Menschen zu versammeln. Устанавливать атмосферу. Атмосфера zu schaffen. Вы заметили, вот новости наслушаешься за неделю, там эти телеграм-каналы насмотришься. Hast du bemerkt, wenn du dir die Woche über so viele Nachrichten angehört hast? Что не делать нужно, что не нужно. Ну вот, согрешил ты, насмотрелся. Wo du vielleicht drin Gesündigkeit hast, weil du zu viel gesehen hast. Приходишь в церковь такой в ужасе весь. Und du kommst so geschockt in die Gemeinde. Братья, Freunde, скоро конец света. Brüder, Третья мировая. Ты приходишь такой в панике, в ужасе. Und du kommst voller Panik, voller Schrecken. И тут выходит пастор Генри на сцену. Und dann kommt der Pastor Henry auf die Bühne. И говорит, все хорошо. Und sagt, alles ist gut. И у тебя сразу покой. Und и ты думаешь, ты, я столько там наслушался фактов. Und du hast so einen Frieden und denkst, ich habe aber so viele Fakten gehört. Он просто сказал, все хорошо. Und er sagte nur, alles ist gut. И у меня покой пришел. Und ich bekomme so einen Frieden. Но это помазание пастора. Das ist eine Salbung des Pastors. Просто говорить как с семьей. Einfach mit, wie mit einer Familie zu и sprechen. И все чувствуют такую безопасность. Und alle fühlen so eine Sicherheit. Представь, ты в семье начал пророчествовать. Вот за столом сидишь и... Так говорит Господь. Stell dir vor, du sitzt zu Hause am Esstisch und sagst zu deiner Familie, so spricht der Herr. Das ist ein bisschen komisch. Вот так пастор, он,
Он с семьей разговаривает. So redet der Pastor mit seiner Familie. Третье то, что вам интересно это? Interessiert euch das? Третья задача пастора. Drittens, кормить. Ist zu nähren. Не пропагандой, не тем, что из-за чего плохо будет потом. Nicht durch Propaganda oder warum etwas schlecht sein wird, а кормить Словом Божьим. Sondern zu nähren mit dem Wort Gottes. Кто-то хочет всегда, вот тот проповедник на YouTube, он такой, вау, просто... Und vielleicht denkst du dir, boah, dieser Prediger auf YouTube, wow. Man kann jedes Wort von ihm zitieren. Но пастор знает, что нужно кормить. Aber der Pastor Чем weiß, кормить? Womit er nähern soll. У меня мой знакомый один рассказывает. Ein Bekannter von mir erzählte. Он говорит, в детстве нам пацанятам восьмилетним. In der Kindheit, als wir acht Jahre waren. Доверили коров пасти. Wurde uns das anvertraut, auf Kühe zu schauen. И взрослые сказали, только их в зеленку, вот поле зеленка, туда не пускать. Und die Erwachsenen sagten uns, nur da, wo es jetzt richtig grün ist, da sollen sie nicht hin. Потому что если они наедятся зеленки, их пучить начинает. Weil wenn sie diese eine bestimmte Pflanze, die dort wächst, fressen, dann blüht sie auf. Es gibt zwei Möglichkeiten. Или гвоздем пробить желудок, чтобы вышел воздух, чтобы она не померла. Entweder sticht man dann in den Magen, damit das alles abfließen kann. Или гонять ее, чтобы она пропукалась. Oder sie zu jagen, damit sie sich... И вот они увидели, они там чего-то наелись, уснули на солнышке, и вдруг смотрит одна корова там в середине зеленки, жует. Und so waren sie auf dieser Weide und wir sehen, eine Kuh steht genau bei diesen Pflanzen. И они втроем начали ее гонять. Und zu dritt haben sie angefangen, sie zu jagen. И он говорит, я бегу слева, другой пацан справа бежит. Und er sagt, ich laufe links, ein anderer Junge rechts. Один сзади палкой бьет ее. Und ein dritter hinten haut sie mit dem Stock. Она бегает, бегает, не пукает. Und sie rennt und rennt und pupst nicht. Но в один момент она как дала, у него ноги выше головы. Und dann plötzlich legt sie so los und er war einfach nur geschockt. Знаете, иногда смотришь на людей в церкви. Manchmal schaut man auf die Menschen in der Gemeinde. Вот в воскресенье приходят. Die sonntags kommen. Насмотрелись YouTube, Telegram каналов. Und sie haben YouTube, Telegram, alles mögliche gesehen. И ты думаешь, пора гонять их. Jetzt muss ich sie aber jagen. Чтобы воздух вышел. Damit die Luft rauskommt. Наелись зеленки. Sie haben an diese Pflanze gefressen. И это задача пастора – кормить правильными вещами. Und es ist die Aufgabe des Pastors, mit den richtigen Dingen zu nähren. И последнее – защищать. Und letzteres – beschützen. Иногда мы не поймем, почему пастор себя так ведет. Wenn wir nicht verstehen, warum der Pastor sich so verhält. Но он защищает. Aber er beschützt. И у него есть помазание защищать. Er hat eine Salbung zu schützen. Когда он молится за нас. Wenn er für uns betet. Он защищает нас. Beschützt er uns. И чтобы он действовал в этом помазании. Und damit er in dieser Salbung wirken kann. Нам нужно давать ему ходить сильно в этом. Müssen wir не доводить до усталости. Den Raum geben, und ihn nicht bis zur Erschöpfung führen. В этом мы можем проявлять свое послушание. Darin können wir unsere Gehorsamkeit zeigen. Когда мы беремся за какие-то вещи, которые нужно делать. Wenn wir Dinge in Angriff nehmen, die getan werden müssen. Например, отклеились обои. Zum Beispiel die Tapete löst sich. Я не устраиваю турагентство вокруг этого. Посмотрите, у нас в церкви как плохо обои отклеились. Ich stelle mich nicht hin und sage, Mensch, schaut mal, die Tapete löst sich. Я просто беру и подклеиваю эти обои. Ich nehme es in Angriff und klebe sie wieder hin. Аминь. Amen. И этим самым мы тогда проявляем свое послушание. Und so zeigen wir unseren Gehorsam. Часто мое мнение совпадает с мнением пастора. Oft trifft meine Meinung auch auf die Meinung des Pastors. И мы порой избегаем повиновения таким образом. А мне Бог сказал Und другое. Wir fliehen davor vor diesem, mir hat der Herr aber anderes gesagt. Вы помните gesagt? Третью заповедь? Erinnert ihr euch an das dritte Gebot? Не произноси имени Бога в суе. Spreche den Namen Gottes nicht umsonst aus. И она стоит на одном уровне с заповедью «Не убей». Das steht gleich. Не пожелай жены ближнего своего. Zu töte nicht, begehre nicht des anderen. И это не просто наше «Ой, имя Господа в суе сказал». Das ist nicht einfach nur «Oh, ich habe dir den Namen des Herrn umsonst gesprochen». Это когда я gesprochen. Свои желания Das ist, wenn ich meine Wünsche прикрываю волей Божией. Mit Gottes Willen übereinstimmen lasse. Когда я хочу, Wenn ich etwas will, и проще и было бы сказать, ну, мне не нравится, но я хочу это. Und es wäre einfach zu sagen, mir gefällt es nicht, aber ich möchte es. Но мы же не простые люди. Wir sind ja nicht einfache Menschen. И мы тогда говорим, а мне Бог сказал. Wir sagen dann, Gott sagte mir. А мы пойдем на север. Wir gehen in den Norden. И тогда мы нарушаем эту заповедь. So brechen wir dieses Gebot. Безразличие
входит в церковь тогда, когда к Слову Божьему что-то добавляется. Und wenn dem Wort Gottes etwas hinzugefügt wird, dann ja, ist es Unrecht. Поэтому давайте не добавлять ничего к Слову Божьему. Deswegen lass uns das eben nicht tun. Конечно, смирение не означает быть как под каждым каблуком. Natürlich bedeutet Demut nicht, dass wir auf alles und jeden hören müssen. Но смирение — это отдать свое сердце Богу и позволить ему вести себя. Demut bedeutet, sein Herz Gott zu geben und sich von ihm leiten zu lassen. Например, Моисей, кратчайший на земле. Zum Beispiel Mose, der demütigste Mann auf Erden. Позволил земле поглотить бунтарей. Er erlaubte der Erde Rebellierende zu verschlucken. Иисус взял бич и выгнал миновщиков из храма. Jesus jagte die Händler aus dem Tempel. Кто скажет, что он не смиренный? Wer sagt, er ist nicht demütig? Он был в своем призвании. Er war in seiner Berufung. Однажды мать Иисуса говорит. Und die Mutter Jesus sagte. Что скажет Иисус вам, то сделайте. Was Jesus euch sagt, das tut. Что значит быть смиренным? Was bedeutet es, это готовность исполнить, даже если я этого не хочу. Das ist die Bereitschaft, это etwas zu tun, auch wenn ich es nicht will. Исполнить, даже если мне это неудобно. Etwas zu tun, auch wenn es mir nicht komfortabel ist. И тут не важно, кто прав, кто виноват. Und hier ist es nicht wichtig, wer recht hat und wer nicht. Вы знаете, как бывает такая ситуация? Два человека на перекрестке на машинах. Zwei Autos an einer Kreuzung. В конце концов, когда они разобьют машину, уже не важно, кто прав, кто виноват. Und wenn beide einen Unfall gebaut haben, ist es unwichtig, wer recht hat, wer nicht. Это опасно. Das ist gefährlich. Поэтому иногда лучше просто смириться. Deswegen ist es manchmal besser, einfach demütig zu sein. И вот что сказал Авраам Лоту. Was hat Abraham Lot gesagt? Вот вся земля перед тобою. Hier die ganze Erde vor dir. Отделись от меня. Trenne dich von mir. Хочешь иди налево, хочешь иди направо. Du kannst links und nach rechts gehen. В итоге кто выиграл? Wer hat im Endeffekt gewonnen? Выиграл Авраам. Abraham. Знаете, когда мы, я однажды еду в горах и вижу такую картину. Und ich fahre mal in den Bergen und sehe so ein Bild vor mir. Дерево и на дереве много козлов. Ein Baum und auf diesem Baum sind viele Ziegen. Может быть, видели где-нибудь в интернете тоже, да? Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo im Internet gesehen. Ну вот, у нас эти картины полно там. Also wir haben viele von diesen Bildern. И есть один, знаете, самый способный козел. Und es gibt einen so einen richtig fähigen Бог. Он выше всех. Er ist höher als alle. И я в тот момент подумал. Und in dem Moment dachte ich. Пастух не сможет так залезть, как он. Der Hirte kommt nicht mal so hoch wie er. Да он вообще там, ну, шею сломает себе. Der wird sich den Nacken einfach brechen. И иногда кто-то чувствует себя способнее пастора. Und manchmal fühlt sich einer fähiger als der Pastor. И думает, вот, ну, тогда я первый же, тогда я же главный. Und dann denkt er sich, ich bin doch der Erste sein sollte. Но если я не послушен, aber wenn ich ungehorsam насколько bin, бы я не был способен, egal wie fähig ich bin, я бесполезен для Царствия Божия. Ich bin unnütz für das Reich Gottes. Давайте скажу еще раз. Ich sag das noch mal. Если я не послушен, wenn ich ungehorsam bin, я бесполезен для Царствия Божия. Bin ich unnütz für das Reich Gottes. Давайте еще одно место прочитаем. Eine Римлянам 16, 17. Römer 16, die Verse 17, 18. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством, красноречием обольщают сердца простодушных. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Это не те люди, которые такие грубые грехи проповедуют. Das sind nicht Menschen, die so von groben Sünden predigen. Они могут говорить что-то такое приятное. Sie können wohlklingende Dinge reden. Ласкательство. Etwas, was unserem Herz gut tut. Но это люди, которые уже одичали. Aber das sind Menschen, die bereits auf dem Irrweg sind. И таких людей не надо слушать. Auf solche Menschen soll man nicht hören. Мы знаем и послушны этому порядку. Wir sollen gehorsam sein dieser Ordnung. Апостол Павел говорит так, что Бог расположил члены в теле, как ему угодно. Apostel Paulus sagt, dass die Glieder unseres Körpers alle eine Aufgabe, eine Ordnung haben. Просто представьте себе, что глаза у нас на затылке. Stell dich vor, wir hätten unsere Augen auf dem Hinterkopf. Или нос где-нибудь на лбу. Oder die Nase irgendwo auf der Stirn. Это страшно.
Das ist schrecklich. Вот красота тела Христова. Die Schönheit des Leibes Christi. Когда каждый на своем месте. Ist, wenn jeder an seinem Platz ist. 22 года церкви. 22 Jahre Gemeinde. Красота церкви. Die Schönheit der Gemeinde. Когда каждый на своем месте. Ist, wenn jeder an seinem вот, Platz ist. Вот это оно и есть. Das ist es. Никогда кто-то выскакивает и говорит: «А вот он я!» Nicht, wenn jemand aus der Reihe springt und sagt: «Hallo, hier я bin ich!» Я лучше всех могу. Ich kann alles. У нас был один парень, которого мы нашли на улице, бомжевал. Es gibt einen jungen Mann, den er war obdachlos und ja, wir sammelten ihn auf. Он в то время был очень сильной зависимости, наркоман. Er war schwer drogenabhängig zu der Zeit. Ему негде было жить, он на улице спал. Er schlief auf der Straße, hatte keine Bleibe. Мы его забрали в реабцентр. Wir nahmen ihn mit ins Reha-Zentrum. Он был такой худой. Und er war sehr, sehr dünn. Но в реабцентре стал поправляться, освободился от наркотиков. Und er nahm zu im Reha-Zentrum und wurde befreit. Идет за Господом. Ging dem Herrn nach. Но пропустил первую серию. Aber hat die erste Serie verpasst. Я вам расскажу сейчас, что за первая серия. Ich werde es gleich erklären. Он не научился смирению. Er lernte keine Demut. Но он там спортом занимается. Er machte Sport. И такой, знаете, раскачало его. Und er wurde so richtig breit. И потом, когда реабилитация закончилась, und als die Reha zu Ende war, он приходит в церковь, такой, знаете, такая бычья шея. Kommt er so in die Gemeinde mit so einem Nacken. И вот так ходит, вот, ну, реально вот так ходит. Und er läuft wirklich in so einer Pose. Мы все перепугались. Я первый его испугался. Und ich war der Erste, der sich erschrocken hat. Но у нас есть один Тимур, который член сборной Союза был раньше. Aber es по борьбе. Einen Тимур, der ja, ist eine Persönlichkeit für sich. И он подошел к нему вот так вот, нос к носу сделал. Und er kommt so Nase an Nase zu ihm. И говорит. Und sagt. Пукни и сдуйся. Пупс doch mal. Некоторым хочется так сказать. Я не могу. Manchen möchte man so antworten sagen. Но некоторым очень хочется так сказать. Man will es manchmal wirklich von ganzem Herzen. Последнее место Писания, мы приземляемся. Die letzte Bibelstelle. Филиппийцам 2:7. Филиппа 2:7. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, это об Иисусе. Смирил себя. Посмотрите, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему выше всякого имени. Hier geht es um Jesus, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wieder Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Бог показал здесь величие Христа. Gott hat hier die Größe des Christus gezeigt. Он говорит, вот в чем величие христианина. Er sagt, hier liegt die Größe eines Christen. Когда я смиряю себя, wenn ich mich erniedrige, Бог поднимает тогда. Erhebt Gott. Не когда я себя поднимаю, nicht wenn ich mich erhebe, но когда я смиряю себя, sondern wenn ich mich erniedrige. В этом величие. Darin liegt die Kraft. Однажды один парень из церкви увидел, как пастор не может завести машину после служения. Eins sah ein junger Mann, wie ein Pastor sein Auto nicht starten kann. А он работает автомехаником. Er war Automechaniker. Это огромная церковь. Das war eine Riesengemeinde. Пастор даже лично его не знал. Der Pastor kannte ihn nicht mal persönlich. Но он знал пастора и говорит: «Можно я посмотрю машину?» Aber der Mann kannte den Pastor und sagte: «Mensch, darf ich mal das Auto anschauen?» Он посмотрел, 2-3 минуты, машина завелась. Er schaute sich das an, nach 2-3 Minuten startete das Auto. Пастор был так благодарен, говорит: «Поехали ко мне домой, пообедаем». Und der Pastor war so dankbar und sagte: «Komm mit nach Hause, wir werden zusammen Mittag essen». Они поехали, покушали. Sie fuhren, aßen. И потом пастор говорит: «Может, помолимся чуть-чуть, может, у тебя какие-то нужды есть». Und dann sagte der Pastor: «Mensch, lass uns beten, vielleicht hast du hier gewisse Nöte». И они начали молиться. Und sie fingen an zu beten. И когда этот обычный член церкви, автомеханик, und als dieses einfache Mitglied der Gemeinde, der Automechaniker, anfing zu beten, вдруг и пастор, и его жена упали под силой Божией.
fielen plötzlich dieser Pastor und seine Frau unter der Kraft des Herrn einfach um. Als sie aufstanden, haben sie gefragt, wer bist du? Und es stellte sich heraus, er war einfach nur jemand, der in die Gemeinde geht. Aber er bemüht sich jeden Tag, Christus nachzufolgen. Er bemüht sich jeden Tag, etwas zu tun, damit in ihm herin было вот это присутствие Божие, было величие Божие. Gottes ist. И в свое время Бог проявляет это. Und Gott wird es zu seiner Zeit zeigen. На следующем собрании расскажу, что делать. Am nächsten Gottesdienst werde ich euch sagen, was ihr tun sollt. Но то, чем я хочу закончить собрание. Womit ich beenden möchte. Мы порой стараемся проявить царство. Wir wollen das Reich проявить это offenbaren. Величие, напрягаемся. Wir strengen uns an. Когда мы молимся, мы думаем, сейчас, сейчас. Wenn wir beten, denken wir jetzt, genau jetzt. Но то, что нам нужно делать, то, что нашей задачей является. Aber das, was unsere Aufgabe eigentlich ist. Это вот собирать это. Ist zusammen. Смиряться. Uns zu erniedrigen, zu demütigen. Как пастор напомнил это местописание. Wie Pastor uns an die Schrift erinnerte. Когда мы умоляемся. Wenn wir auf Knie gehen. Он становится больше. Dann wird er größer. Когда я умоляюсь в своем доме, wenn ich mich klein mache in meinem Haus, wird er größer in meinem Haus. Нам нужно умоляться. Wir müssen uns klein machen. И на следующем собрании научу, как это делать. Und im nächsten Gottesdienst werden wir das lernen. Давайте помолимся сейчас. Lass uns jetzt beten. Встанем и вместе согласимся. Lass uns aufstehen. Господь, я благодарю Тебя и славлю. Danke.